Забрался на крышу 10-этажки, угрожал прыгнуть и стрелять по полицейским, если они вздумают к нему приблизиться. Такое сообщение поступило в экстренные службы Нижнекамска в 9 часов утра. Особых требований мужчина не выдвигал, а вскоре скрылся из виду. Но ненадолго. Айрат Назипов следил за ходом событий. Сидит на крыше, угрожает прыгнуть. И если кто подойдет, особенно полицейский, будет стрелять. Все это мужчина озвучил и скрылся с глаз. Пока сотрудники полиции поднимались на крышу, а спасатели дежурили внизу, случилось нежданное. Он вышел к ним с другой стороны. После высказывания всего, что ему хотелось с крыши дома, он спокойно спустился вниз, сходил в магазин. Но объяснять свой поступок не захотел. Так же, как и известности. Ему не понравилось внимание к своей персоне со стороны видеооператоров. Ты чё у меня снимаешь? Буйного гражданина быстро успокоили и заключили в наручники, чтобы не махал руками. Никакого оружия при нем не нашли. Ты чё? Я не сопротивляюсь же! Ты чё у меня в наручнике-то? Полицейские быстро выяснили, мужчине 30 лет. Раньше принимал наркотики и состоял на учете. Но последний год вел себя тихо до этого дня. Убери руки! Присаживайся, говорю! Теперь им после оформления всех документов в полиции, вероятно, заинтересуются психиатры. Врачам также предстоит выяснить, был ли он трезв, и если нет, то какие препараты он принимал. Айрат Назипов, Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Вызов 112.